Вот хочу рассказать очень интересный момент. Сашка, неугомонный товарищ наш, решил поторопить зайца. Значит, что такое поторопить зайца вот в такую погоду, когда идет снежок, когда все это дело заметает? Надо понимать, да, ну все мы понимаем, мы люди разумные, что скорость человека, даже если он идет по следу зайчьему, она во много раз меньше, чем у зайца, это первое. Второе, заяц следы петляет, он делает петли, он крутит, как ему угодно. Заяц понимает, что за ним идут. Заяц также опасается лисы. В результате добыть его вот сейчас, невозможно практически. Даже собака, она уйдет по следу косули, собьется с следа. Вот этот вот след, вот отсюда, вот от того места, где изначально я стоял, вот там вот, где вот этот лес, и вот от того лога заяц прошел через лес, прошел немножко, значит, он по колее, вот где, вот пошел сюда, Сашка пошел по его следу, ушел в лес, вот откуда Володька выходит, и ушел вот туда, да? Да. Влево пошел, блин. Вот сейчас будем его торопить уже не зайца, а Сашу.